Обзор Invest Global. Всем привет! В этой сессии обсудим Invest Global. История этой компании начинается в 1960 году в Японии. После этого был открыт филиал в Австралии. Деятельность компании регулируется рядом уважаемых очень органов. В первую очередь австралийский ASIC. Присутствует здесь у нас AFS также. Номера лицензии можно посмотреть на сайте по адресу www.invest.com.au. В Японии, естественно, компания также сертифицирована и лицензирована. JASDAQ у нас здесь присутствует. FIBO. Также Invest Global является членом Ассоциации дилеров по ценным бумагам Японии, Ассоциации финансовых фьючерсов и Фонда защиты инвесторов Японии. Для работы предлагается несколько платформ. Первое – это IRS Trader. Далее идет MetaTrader 4, который доступен для работы на мобильных устройствах. Присутствует у нас MaxTrader также здесь и FX Insight. Для пополнения депозита предлагается несколько вариантов. Первый – это банковский перевод. Минимальный взнос в случае банковского перевода составляет 25 тысяч австралийских долларов. Это в том случае, если вы выбрали платформу MetaTrader 4, MaxTrader или же FX Insight. Если же вы остановили свой выбор на IRS Trader, то необходимо будет пополнить депозит на 10 тысяч австралийских долларов. В качестве альтернативных вариантов для депозитирования предлагаются у нас кредитные и дебетные карты PayPal. Платежи от третьих лиц не принимаются. Для вывода средств необходимо будет заполнить предлагаемую на сайте форму, выбрать валюту, в которую вы хотите осуществить вывод. Брокер отмечает, что в том случае, если на счету открытом у него в течение 12 месяцев остается 0, счет автоматически считается закрытым. Что касается типов аккаунтов, то эта информация, во всяком случае, сегодня на сайте не нашлось. Я пыталась найти ее и в разделе наиболее часто задаваемых вопросов. Здесь у меня его вообще не открывает. Будем надеяться, что в следующих сессиях мы сможем ознакомиться с этой информацией. В контактной информации у нас есть адреса офисов компании, имейл службы поддержки, номер телефона. График работы, можно отправить сообщение с сайта. Пожалуй, это все об Invest Global. До следующих сессий.